Поделись впечатлениями от сезона, насколько тяжело совмещать игру в молодежи в основе. Старался показать свой максимум, что в молодежке, что в первой команде. И довольно непросто играть и там, но пытался найти все какие-то внутренние ресурсы и помочь команде как можно больше. Слышали, что завтра вы проведете мастер-класс для юных хоккеистов. Что планируете им показать? А что показывать? Покажу, что сам умею, поделюсь своим опытом, пофотографируюсь, ну и все в целом. А вы были на тренировке вместе с баскетболистами, а чему новому у них научились в целом, как вам такой опыт? Ну, такой опыт всегда приятен. ЦСКА, это сближает и болельщиков, и все наши виды спорта. Побольше вот такого опыта и ждем баскетболистов с ответным визитом. Это был твой дебютный сезон в основной команде. Скажи, есть ли в команде кто-то, кто наставляет, помогает, дает советы? Да, все помогают и советом, и в принципе своей игрой, пытаясь что-то и впитывать, слушать и смотреть, как они играют. И этого мне нас хватает, чтобы получать опыт и удовольствие от игры. Вы появились с вами один раз, а такой «да» поставили. А сидели 5 минут за Артема Сергеева, да? Mm-hmm. Это с его участием матча официально. Ну, в принципе, я еще в гостях появился на пару секунд. Ну, великое начинается с малого, и это тоже огромный опыт. Поиграть в плей-офф, побывать с частью команды. И буду доказывать, что готов появляться больше. Спасибо.